Гранд-финал Техлабс Кап 2013, Stadium Life, Москва. И мы находимся на стенде, как вы поняли, наверное, Point Blank, и пообщаемся с представителем данного стенда. Привет! Привет, меня зовут Максимов Павел, я менеджер по развитию проекта Point Blank. Вот, конкретно занимаюсь киберспортом, и мы сейчас находимся, так скажем, в 5 или в 20 минутах от того, как мы узнаем, кто же будет финалистами и кто будет главной командой, кто заберет $10,000 и станет абсолютным чемпионом в Techlabs Cup в Stadium Live. Да, сейчас вот прямо в данный момент проходит финал. Посмотрим, кто покажется победителем, возьмем победителя интервью. Но немножечко по Point Blank. Как, в принципе, организация турнира, тесно общаетесь с игроками? Как, в принципе, у игроков дела? Как, в принципе, у вот стенда Point Blank конкретно на Техлабсе? Но стоит, если говорить о организации, то она вообще на очень высоком уровне, можно сказать, изумительная в этот раз. Безусловно, вот, видно, как шагает, ну, то есть сам проект Techlabs шагает вперед, и это замечают и игроки, и, соответственно, те, кто приходит посмотреть на шоу. Вот. Для команд сейчас созданы просто суперудобные условия, то есть помогли проехать, помогли разместиться, там накормили, вот, объяснили, показали, сделали замечательный выход, то есть будет классный продакшн, будет на что посмотреть после игры. Вот. Ну и, конечно, если говорить о нашей дисциплине, то мы в этом году мы под конец года очень ударили в плане киберспорта, а начали активно еще активнее развиваться. Сейчас у нас параллельно идет чемпионат России, и после этого у нас будет финал StarLadder. Вот, этим будет закончен, так скажем, наш 2013 год. И на следующий год мы уже запланировали много интересных ивентов и турниров. Вот, я не буду пока сейчас заранее о них говорить. В начале года все узнают и смогут посмотреть и принять участие, конечно. Но я точно могу сказать, что мы нацелены на развитие киберспорта и поддержку игроков вообще во всех странах, во всех русскоязычных странах, в принципе. Да, кстати, только что закончилась гранд-финал по дисциплине Point Blank, и команда OXE одержала победу. Поздравляем ее с этим, конечно же. Да, конечно. А OXE топ-1, судя по всему. Ну, что ж, ребята молодцы, они защитили титул чемпиона. Вот, я не хочу сказать, что Dragons были там слабее, ведь ребята тоже классно сражались, то есть приятно было, я всю игру смотрел, ну, плюс-минус 5 минут, пока мы разговариваем. Вот, ну что ж, настало время поздравить ребят и утешить тех, кто проиграл, вот, ну и, конечно же, сказать им несколько хороших слов. Ну и обращаясь к нашему комьюнити, я хочу сказать, что, ребята, те, кто еще не играл в Point Blank, обязательно играйте, потому что это классная игра, она динамичная, вот, есть большие возможности выиграть. И, конечно же, если вы уже играете, тренируйтесь, участвуйте в соревнованиях, в лигах, в соревнованиях в своих городах, добивайтесь успехов, становитесь медийными и приходите к нам. Мы будем вас рады видеть на каждом ивенте, который мы делаем. Отличное интервью. Спасибо большое моему тезке Павлу за это прекрасное интервью. Спасибо. И удачи Point Blank. Для вас работает Game Show Studio, Techlabs Cup, гранд-финал.